Доброе утро. 5 часов утра. Мы все наготове. Сегодня выезжаем в Пермь. До встречи в Перми. Приехали на родину Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора. Город Воткинск. Находимся сейчас на месте его рождения. Вот здесь музей, вот здесь стоит его памятник. С другой стороны музей. Дом, в котором он жил первые свои годы жизни. Точило, да? Точило. Ну это. Как будто ты из воды выходишь. Ну, видишь как? Вылезаю. Одевшись. Вот слева по борту нашего экипажа. Видите, очень красивую церковь. С золотыми куполами. В этом месте приземлился пятый по счету корабль «Восток» беспилотного пилотирования. Оса. Здесь нас встречают ГАИ. Обратите внимание, такое бывает не каждый день. Не все ГАИ встречают. Недалеко от города Перми есть такой замечательный город Осов. Посмотрите, мы приехали. Нас встречал сам руководитель, сам глава города, мэр. Теперь мы приехали в гостиницу, и посмотрите, какой радушный прием. Ну и вот мы приехали в кафе в городе Оса. Прекрасное город, такой гостеприимный, такие люди потрясающие. Местная достопримечательность. Русский медведь. Сейчас нас будут почивать. Встречали нам хлеб, нас хлебом и солью. Хлеб потрясающе вкусный. Здрасте. Да.
такого дня рождения у меня не было никогда. Такого дня рождения не только я запомню, я так думаю. Спасибо вам огромное, спасибо за теплый прием. Сейчас вот спиртное, я надеюсь, мы выпьем не только за меня, но и за то дело, которое мы сейчас делаем с вами вместе. Это за этот автопробег, за продвижение автотуризма и за наш успех. За наш всех успех. Ура! Okay. Okay. Mm-hmm. Together, okay? Спасибо.